В этом году 22 жительницы Иркутской области удостоены почетного знака «Материнская слава». Такую награду вручают женщинам, достойно воспитавшим как минимум 3 и более детей. К знаку прилагается соответствующее удостоверение, а также материальное вознаграждение. Церемония награждения приурочена ко Дню матери, состоялась накануне. Подробности далее. Почетным знаком «Материнская слава» в этом году были награждены 22 жительницы Приангарья. Все они воспитывают 3 и более детей, вкладывая в каждого свою любовь, внимание и заботу. Чествование проходило в зале областного правительства в канун Дня матери. Женщин поздравил губернатор Игорь Кобзев. Вы лучше меня знаете, что все в этом мире, в этой жизни начинается с мамы. Вы наша главная опора во всем. Вы всегда находитесь на острие. Будь это семейные отношения, будь это трудовые взаимоотношения, будь это общественная какая-то нагрузка. Всегда женщина, она в круговороте всех событий. И она стержень, вокруг которого все вращается, вокруг которого формируется та позитивная повестка, которая имеется у нас, или это в семье, в работе, в учебе, на общественных началах. В числе награжденных матери из Тулунского, Усольского, Шелиховского, Иркутского и других районов. Так, например, Татьяна Михайловна Ангараева воспитала сразу 5. В этом году вместе с мужем они отметили 35 лет супружеской жизни. И, как признается, эта крепкая любовь, пронесенная сквозь годы, одарила их прекрасными дочерями, сыном и большим количеством внуков. Семейный очаг стараются поддерживать общими традициями и совместными празднествами. Семейный досуг мы проводим вместе всегда. Бывает у нас дни рождения, праздники, Новый год, Сагалган. Стараемся всегда вместе отмечать. Всегда мы вместе. Когда мы вместе, мы дружны всегда. Мы сильны. И сильны. Впервые награда «Материнская слава» была учреждена в 2008 году. За 15 лет ее удостоены более 200 жительниц Приангарья. Помимо заслуженного признания, многодетные мамы региона получают и единовременную выплату в размере 150 000 рублей. Мария Константинова, Наталья Хмелева. Местное время.